Социальная рок-опера. Все ругают российский автопром. Но неожиданно еще одна беда подобралась с востока. Итак, представьте, в салоне китайских автомобилей. Всего доброго, счастливого пути. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Да? Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Вы мне что продали? Автомобиль. Это что за мутант? Да? Что это у него за фары? Это ксеноновые фары. Ксеноновые, говоришь? Я во дворе дальний свет врубил, дворника облучил. Внутри вот это что такое? Это обычный кондиционер. Вот мне интересно, почему в машине обычный кондиционер? Я на перекрестке внешним блоком бабку зацепил. На двери что такое? Это автоматический электростеклоподъемник. Я его нажал стекло закрыть? Да. А как его выключить-то? Оно же ведь ползет и ползет. Нафига мне этот парус на крыше? Из чего салон сделан? Это кожа. Кожа, а почему под кожей мясо? Я не знаю. Вот это что такое? Это шипованная зимняя резина. Так нафига шипы-то по 20 сантиметров? А? Только тронулся, сразу в асфальт сбился. Если б не парус на крыше, до работы вообще бы не доехал. Последний вопрос, как навигатор выключить? А зачем вы его хотите выключить? Я эту каракатицу в лес отогнал, там бросил, она домой сама вернулась. Какая умница. Умница, пошли. Ой, дети, идите сюда. Гляньте, что ваш папка учудил. Ах ты, паразит-то такой. Ну, ма. Ма. Конечно! Мать дура! Мать плохая! Лаврик, ты пегасов покормил!